Наш фестиваль я бы назвал антифестиваль. Его главная задача быть антифестивалем. Мы не хотим быть развлекательными. В одной из своих статей Гройс написал, он писал о музеях современной культуры, что в них скучно. И это очень хорошо, пишет Гройс, потому что на улице очень весело. Так вот, я хотел бы, чтобы наш фестиваль был немножко скучным, чтобы он нас не развлекал, а заставлял подумать, прочувствовать, сосредоточиться, сфокусироваться на чем-то. И его главными целями я бы назвал три. Первая цель – это включить музыкантов вот в этот процесс общего такого культурного движения, включить в контекст современного, развития современного искусства и понимания, что такое современное искусство в современном обществе. Второй целью является попытка приобщить многочисленные центры современной культуры, которых сегодня очень много в Москве, музей современной культуры, к профессиональному отношению к музыке. Дело в том, что в этих центрах проходит очень много разных событий, они уделяют огромное внимание визуальным, театральным проектам, это проходит иногда просто самый высочайший уровень. Третья цель нашего фестиваля – это дать некий новый дискурс понимания и размышления, и чувствования музыки. А именно, как невидимая работа невидимых социально-политических, культурных институций сама по себе влияет и определяет формат и даже жанр и содержание произведения.